В ефірі знову сьогодні головне. За даними дослідження лабораторного центру МОЗ, морська вода на пляжах Одеси відповідає санітарним нормам і придатна для купання. Зразки з пляжів відібрали 14 червня. У той же час вода біля прибережжя останніми днями набула оливково-зеленого відтінку. Що це за явище, як впливають на воду затяжні зливи і чи можна купатися? У студії поговоримо з екологом Юрієм Геращенком. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Ну, це явище кожен рік. Особенно, когда начинается летний период, вода начинает прогреваться, хотя сегодня она еще не очень такая теплая, но теплее, чем зимой, правильно? Давайте на початку продемонструємо це явище. Це журналіст Олександр Вельможко, він опублікував відео з дрону, прошу показати на екрані. Бачимо море дійсно оливково-зеленого відтінку, особливо ближче до узбережжя, і ЗМІ підхопили новину, що це цвітіння. Тож, як ви оцінюєте? Ну да, так я же говорю, и дожди, которые несут, все смывают, как говорится, всю грязь и всю органику, все, так сказать, с наших тротуаров, и туда все уходит в море. Кроме того, у нас же так устроена канализация, честно, абсолютно отсутствует на ливневую канализацию, и у нас происходят переливы канализации с ливневкой, что, конечно, недопустимо. Ну и я уже не говорю о незаконных врезках, которые моментально Аркадія показывает, столбы, всяких нечистот, которые с такой силой текут, опять-таки из-за того, что переливы, что соединение в ливневку, там включена, допустим, незаконная канализация, да, вот. И все это дает очень огромную питательную, как говорится, среду. И водоросли сине-зеленые, в том числе, да, они начинают размножаться, и, естественно, они начинают в огромном количестве поглощать кислород, потому что они, развиваясь, вот, начинают как бы быстрый процесс размножения, но и быстрый процесс загнивания. Им не хватает кислорода. При гниении кислород еще больше уничтожается. Оседают на илызе сероводородом. Сероводород у нас и так слишком много в Черном море нашем, он под слоем песка лежит. И это, конечно, не способствует экологической, так сказать, обстановке. Там микрофлора начинает гибнуть, ей опять-таки не хватает кислорода, опять замор всяких там рачков, маленьких рыбок, дафни и так далее, все, что там водится. Вот. Ну и что получается? Мы видим то, что мы видим. И получается, что вроде бы смотрят, что как бы вода и не такая уж и опасная, но лучше не купаться. Возможно, какие-то кожные заболевания, патогенная флора, если попадает, очень сильно имеет питательную среду, начинает развиваться, и вот это может быть опасным. Если водообмен хороший, то оно все унесет, перемешает, перемелет, глядишь, и природа нас защищает. Но у нас водообмен нарушен. Почему? Во-первых, как расположен город Одесса? В заливе. Глубокий залив. Течения так расположены, что не везде быстро вымывают. А там, где и даже вымывают, что у нас происходит? У нас вот эти берегозащита. У нас идут буны, и у нас идут траверзы и буны. Так вот, получается, что вот эти вот, как волноломы, они волну не ломают. У нас не океан. И они, в общем-то, у нас только вот эти вот, которые вдоль идут траверзы, вот они режут волну. Вот их бы оставить, а поперечные, которые мешают водообмену, бы убрать. Но с экологичной точки зрения оно не потребно. Они, да, это как бы тогда сделали, потом ученые 100 раз уже сказали, что нет, поперечные не надо, надо вот продольные, неплохо бы удлинить, а эти надо убрать, чтобы не нарушался водообмен. В таком случае пляжи будут у нас меньше закрывать. Но этого мало. Второе, надо очистку сделать. Ну, про це ми ще поговоримо, але, по суті, це явище аномальним ми назвати не можемо. Бо раніше, мені здається, все ж таки пізніше було це явище, десь липень, серпень. І плюс вода, ще вона не прогрівалася, не було якоїсь спеки. Тому що більше було визвано підвищенням температури. А зараз температура ще не достигла цих пределів, щоб водорості размножались. Но произошло это из-за дождей, потому что очень много питательной среды. Поэтому оно и в этой температуре стало размножаться. Поэтому, как сказать, вот эти вот дожди, они спровоцировали. Но если бы у нас была очистка ливневой канализации, если бы у нас ливневка никогда никак не была бы связана с фекальной канализацией и не проходила туда этих смывов, если бы у нас была ливневка и дренажи так организованы, чтобы то, что смывается с тротуаров напрямую, не стекало бы в Черное море и не засоряло, то еще не было бы вот ограничения водообмена, если бы в порядок привели берегозащиту, у нас бы пляжи гораздо быстрее бы очищались. Может быть, они на пару часов бы и получали какое-то загрязнение, но быстро бы все обменивалось, и загрязнение не было бы таким интенсивным. А здесь как бы все усугублено. Мало что у нас природный залив и так далее, оно еще и усугублено антропогенной нагрузкой, не везде грамотной. Тобто, по суті, не тільки на самоочищення природи треба сподіватися, потрібно робити якісь заходи, да? І може це сприяти, там, наприклад, міська влада. От які такі, можливо, першочергові можна було б зробити, щоб цього уникнути? Бо це вже, ну, який рік підряд? Ну, при царе-батюшке що робили? Робили дуже хорошу дренажну ливневу систему в районі Приморського бульвара. Кстати, вона, по-моєму, працює до сих пор, і тільки там, де от строїли причали і поперекривали її, там тільки є проблеми. За цей час вона могла якось там забруднитися? Надо чистить, но тогда было так рассчитано, такие углы, что она работала, работала и работала. А ту, которую потом делали почему-то, она, не знаю, позабивалась очень быстро. Ее надо, во-первых, прочистить, во-вторых, сделать реконструкцию. В-третьих, я говорю, что нужно делать какие-то где-то емкости. Если мы не можем все отправить на очистку, то есть вообще сделать очистку, но если мы не можем, в таком случае ее собирать в одну трубу и далеко выводить в море, то есть делать сброс какой-нибудь глубоководной, этой ливневой, чтобы она не в прибрежной зоне выпадала. И уж тем более, не так, как мы видим там в той же Аркадии, что буквально тут у уреза воды, там у пляжей, там 50-30 метров, оно все это идет, а там дальше еще водообмен мешает вот эти вот берегозащита. То есть вот здесь все это тщательнее надо. Ну и, конечно, это нарушение законодательства Украины. Фекалка и ливневка не могут никак по закону между собой пересекаться. То есть не должны вот быть перелива с люка в люк, и не должно там 22-я КНС в Черноморке не выдерживает, останавливается и начинает из туалетов наверх людям поднимать вот эту вот из ливневки попадает в канализацию. Ну, понятно, что это водообмен взаимный, потом оно сходит туда все в море. Причем без всякой очистки. Там вообще вот вдоль Савиньона труба, ну, со стороны города, она просто скидывает вот прямо через территорию пляжа. Конечно, там эту трубу надо сделать или глубоководную, или обеспечить очистку. Как? Техническая задача сложная. Попробуйте все, так сказать, злывы вот эти вот очистить. Но есть методы, где-то вот КНСки ставят, где-то защитные какие-то ловушки ставят, где-то делают там, где невозможно, глубоководный сброс на большое расстояние, чтобы дальше от пляжной зоны. Ну, от огляду на те, що ви сказали, якщо є системи, десь їх ставлять, якщо в якій ділянки Одеси, можливо, регіони, якщо вже хочеться купатися, краще обирати у нас. Во-первых, скажу, що є міська програма, і це було прийнято рішення, що у нашим балкам, це і Черноморка, це і Крижанівка, делать реконструкцію, я просто не розумію судьбу проєкту. Говоримо, утверджуємо, согласовываем, а потом я не вижу реализации. Балка Аркадийская тоже. То есть все балки, конечно, несут вот эту проблему. И надо реконструкцию и проект сделать на все эти балки. Это все связано. С Инфоксом, до Канадом, налом, еще в инвестиционном их проекте оговаривались моменты и очистки и так далее. Но это же проблема не только частной фирмы, которая обеспечивает наш водоотвод. Это еще и государственная проблема. Значит, надо параллельно с государством вкладывать в очистные сооружения, для того, чтобы они будут туда отводить, а там кто-то чистил, чтобы, а не так, что потом без настоящей очистки, ну, как бы, без полноценной. Я не могу сказать, что очистки нет, она есть, но она уже не соответствует. А что касается того вопроса, что вы задали, где же купаться, ну, как сказать, во-первых, неделю лучше не купаться после дождей. Это что касается города Одессы. За городом нету этой берегозащиты. И везде, где ее нету, там водообмен получше. И там она дня за 3 очистится. Если такие открытые зоны, как у нас Сичавка, Каролина, Бугас, ну, начинают вот такие вот есть, да, там Лебедевка, вот. Эти косы имеют совершенно другой водообмен, там другие течения. Там ты десь 3 дня. Там очистка, там через 4 часа, может быть, уже зависит от ветра. Если ветер надувает сюда и не дает уходить, тогда там может быть дольше. А если ветер уносит, очень быстро солнце просушило, и уже пришла чистая вода. И вы уже вообще не видите. Более того, там же все низкий уровень. Там же нет вот этого вот накопления грязи, которое смывается. То есть наша география просто там спасает. Поэтому, конечно, там чище. Но надо не забывать, если вы поехали в Затоку, что Днестр впадает. И, естественно, направо заворачивается, и там идет загрязнение, все, что стекло с Молдовы, по Днестру, в Лиман. И то, что Шаба, были там переливы или нет, там же тоже с канализацией проблема. Каждый раз вкладывают деньги, и каждый раз чего-то какие-то прорывы. Белгород-Днестровские очистные. Ну, все вот это вот тоже, это все надо учитывать. Поэтому я считаю, что надо лаборатории. Охрана, была у нас отдельно инспекция охраны Черного моря, да, вот. А раньше это было вообще бассейновое управление. И они именно постоянно, кроме всего, проводили еще мониторинг. Вот деньги на мониторинг не выделяются. Надо проводить. Надо работать с научными организациями. Я сам генеральный директор регионального центра геологических и экологических исследований. Где заказы, госзаказы от предприятий? Почему я их не вижу? Мы бы делали просчеты. Лаборатория у нас есть. Там мы можем мерить радиацию, стоки, выбросы и так далее. У нас есть коллеги другие. Вот если бы мы объединили усилия, ученые наши, Институт Буркинского экономики экологического, да, то есть у нас есть очень много Академии наук, учебных заведений, где практика у студентов была. Почему за рубежом прекрасно, допустим, тот же экологический университет делает много прикладных вещей, и там молодые ученые учатся на конкретных каких-то заданиях, лабораториях. А где у нас вот эта вот связь? Она почему-то разорвана. Можливості є, але нема коштів. Одні мерят, другие рассчитывают, третьи на этом учатся, пишут диссертации, докторские. И глядишь, на базе вот этой вот докторской диссертации город отбирает лучшие проекты, выделяет деньги и внедряет в жизнь. И наши ученые, наша наука и наша образовательная система в этом помогает городу, а город, и мы имеем защиту. Это примерно, чтобы сэкономить деньги, чтобы все не заказывать за рубежом. А у нас почему-то любят каких-то иностранных фирму привлечь, когда наши специалисты не могут найти применение себе. Посмотрите, наука у нас идет на остаточном принципе. А хотя... Тот же, если Куяльник мы смотрим, вот водообмен с морем сделали, здесь море стало подпитывать и спасать Куяльник. А как она зацвело, разве можно подпитывать? Все, закрыли, естественно, эту трубу. Естественно, подпитывать нельзя. Решение сессии облсовета, вторая очередь, раздамбовка всех этих незаконных дамб на речке Большой Куяльник, чтобы подпитать пресной водой, почему-то не выполняется, не исполняется. У нас сегодня прекрасный губернатор, у нас хорошие отношения области и города, у нас создан, так сказать, Одесский, так сказать, район, понимаете, у нас все возможности, у нас принята вот эта вот курортная зона по Куяльнику, у нас все возможности есть, что все эти проекты, которые всегда стояли, сейчас их надо реализовать. Причем складчину, что это город, что область, что район, все вместе, потому что связаны, вот как в экологии, вот так все связано. Так, пане Юрію, пропоную ще послухати коментар. Ми звернулися до лабораторного центру МОЗ. Лікарка лабораторного центру МОЗ Світлана Козінова, обговоримо її коментар. Все отобранные пробы морской воды отвечали нормативным значениям. То есть никаких отклонений, превышений не было. Сейчас, вот мы сегодня были, абсолютный штиль, температура воды повышается, опять же количество отдыхающих будет увеличиваться, то есть нагрузка будет больше. Вот, и поэтому это также будет способствовать ухудшению качества воды. Вот. Что касается рекомендаций, да, конечно, можно давать рекомендации, видя вот такую непогоду, а тем более, что в море действительно поступает вода с ливневой канализации, вот, то есть вот эти стоки с улиц, скажем так, с дорог, они могут попасть. Вот, ну, вот благодаря вот еще есть условия самоочищения воды, очевидно, море в этот раз справилось. Почули коментар. Отже, пане Юрію, от ті явища природні, які ми бачимо наразі, по суті, на початку курортного сезону, які вони можуть дати прогнози на увесь його перебіг? По суті, люди ще не купалися. Так, щоб... Дело в том, что, понимаете как, вот я вам рассказал о проблемах самоочистки с водообменом. Значит, с одной стороны, главное, чтобы уже перестали эти дожди, которые всех достали и все смывают, и подбрасывают еще и еще. С другой стороны, надо, чтобы все просохло. Но если начнется резкая жара, и температура резко поднимется, это будет еще одна провокация для того, чтобы новая питательная среда там еще не ушла, а температура поднимается. Поэтому это как Бог отрегулирует, понимаете? Вот если вот будет постепенное повышение температуры, и прекратятся эти ливни, и ветер подует в сторону от берега, то действительно водообмен, наверное, произойдет, и чище вода станет быстрее. Если же эти факты, наоборот, будут способствовать ухудшению ситуации, то повышение температуры будет ухудшать ситуацию. Этот кисель, вот эта вот зеленая жижа, станет именно киселем, станет вот такой вот она, ну, прямо вот неприятной, вот как будто вы заходите во что-то плотное. И оно вымываться будет уже хуже. Но мы надеемся, что ветра унесут, температура поднимется постепенно, потом, когда уже температура поднимется, если будет чистая вода, в ней будет приятно купаться. Но если туда опять будут поступать всякие нечистоты, быстро опять начнет развиваться эта водоросль. Поэтому я считаю, что... Так она же не только развивается, там, не только она, там этот бульон начинает развиваться. Вот в чем дело. Вот это, поэтому все-таки вот то, что я говорю, вот эти проекты нужно реализовывать. То, что человек может сделать, надо сделать. На это надо тратить деньги, это окупится нашими, как говорится, рекреационными способностями потом. Потому что посмотрите, как погодные условия меняются. У нас есть изменение климата, от этого не уйти. У нас все более дождливое происходит, допустим, первый месяц, летний, потом у нас происходит очень довольно жаркий. И вообще, вы обратили внимание, что у нас умеренный климат очень мало. У нас либо злива, гроза, ветер, то жара и сухость. И так, вот это вот. То есть какой-то такой континентальный получился климат. Чего это в межах добы? Ночи злива, это тяжело и людям переносить, и природе тяжело переносить. Естественно, новые вызовы вот эти. Они, это все было не совсем новое и раньше, но они стали именно вызовами. Потому что они стали как бы носить более глобальный, ну, увеличенный характер. Оно стало все в большей степени проявляться. Значит, здесь нужно бороться и за чистоту. Ну, наши порты, посмотрите, мы зажаты портами со всех сторон. А у нас экологов практически прижали, мол, там нашли среди них коррупционеров, ну, смените на порядочных. Нет, вы контроль снимаете. Начинают сливать, что не попадя корабли, говорят, в океане мы можем, как говорится, балластные воды не мерить. Так где океан, какая глубина и сколько промиль там есть солености, и какая у нас соленость, разбавленная со всех сторон пресными водами. Там Днепр, там Дунай, тут Днестр, понимаете, мелководье, сероводорода залежи. У нас единственный здесь клочок остался вот жизненный такой, и люди рекреация, и рыбка есть, и хорошие всякие там, так сказать, водные растения растут, и приятно это, но очень тоненькая у нас вот эта вот часть, которая вот такая живая, ее беречь надо. И если здесь уже для экономики порты нужны, то максимально экологический контроль должен быть самый жесткий. Это вам любой биолог и морской биолог скажет. У нас есть опять-таки соответствующие институты здесь, и Академии наук, и экологического министерства. Их специалисты вам все это разложат. Значит, просто властям надо их, ну, обращать на это внимание и прислушиваться к этим специалистам. Раньше были обязательно научно-технические советы при губернаторе, экологические, куда ученые, специалисты входили, при мэрии. Сейчас тоже есть, но они не работают в той степени, как надо. Я знаю, потому что я вхожу в такой совет, что в городе, что в области. Но настолько редко, я уже не помню, когда первые лица приходили к нам и советовались с ученими на эту тему. Звісно. Пане Юрію, от така ситуація. Отже, дякую вам велике за розмову, дякую, що завітали до нас. Я нагадаю, що ми спілкувалися у студії з екологом Юрієм Геращенком. В ефірі була програма «Сьогодні головне». Дякую, що дивилися нас і до зустрічі.